Друзья, всем привет! С вами Леся. У нас сегодня 25 января. Решила просто показать вам вариацию на тему нашего ужина. Вот я мужу уже приготовила. Это огурчики, котлетки, которые я немножко обжарила и протушила. И также вот такой вот хлебушек. Это вчерашняя чебата. Мы купили, но так ее и не съели. Я ее разрезала и, в общем, знаете, чем помазала? Так, фокус. Помазала, приготовила масло сливочное, потом чесночок с солью и укропчик. Это все сделала, ну, относительно однородной массой. Намазала на хлебушек и в духовочку. И получился вот такой вот ароматный хлебушек. У меня, честно говоря, слюнка течет. Ну, в общем, вот такой вот хлебушек. Если отдельно смотреть, котлетки также были двух видов. Есть такие с овощами, но это мне с овощами. А те, которые просто обычные, индюшиные, это муж и дочка будут кушать. Это для доченьки. Так что вот такой вот у нас сегодня ужин будет. Хотелось вам показать. Друзья, очень захотелось манки. Вы любите манку? Я уже второй день ем манку. Так мне захотелось поздним вечером поесть манки. Ну, не знаю, прям хочу, не могу. Вы любите? Ну-ка, рассказывайте. Друзья, всем привет! С вами Леся. У нас сегодня 29 января. И вариации на тему «Мама готовит». Это я не буду снимать каждый день, утро, вечер, что мы кушаем. Так, просто по настроению, какие вариации у нас бывают. Значит, я сегодня приготовила холодец вот такой вот. Пахнет, конечно, просто потрясающе. Это на стадии, он ждет, когда застынет, то есть он еще жидкий. Это у меня мясо говядина, а бульон у меня варился чисто на куриных вот этих вот таких лапках, для того, чтобы это дело застыло. Варилось это все отдельно, и уже здесь я соединила. Пахнет очень приятно, говядинка такая мягкусенькая, прям тает во рту. Чесночок пахнет, бульончик пахнет. Я использую и лавровый листик, и лук, когда варю. Вот эти вот лапки и перчик. В общем, надеюсь, что будет вкусно. Ну как, 100% будет вкусно. Так что вот такой вот холодец я сегодня готовила. Ну что ж, а вот и застыл мой холодец достаточно быстро. Такой он прям крепкий получился, очень ароматный, прозрачный. В общем, я довольна. Я довольна. Ароматно пахнет и вкусно выглядит. Друзья, приготовила борщик. Вот такой вот красивый. У меня со сметанкой. Тут и зелень, все есть. Он идет у нас с говядиной. Не густой, мы не любим густые супы, борщи, поэтому такой постненький борщик у меня. Будем сейчас кушать. Друзья, смотрите, сделала себе манку. Здесь у меня, вы видите, маслица и семена чия. Конечно же, я это все перемешаю. Просто она у меня стояла, чтобы настояться. Я люблю, когда она такая густая. В последнее время вообще подсела на манку. Буквально там в неделю два раза вечером меня пробивает поесть манки. Но я ее воспринимаю как какой-то десерт, вот что-то такое. Я делаю на молоке с коричневым сахаром, с маслом. Ну вот в этот раз решила добавить семена чия. И хотела вас спросить, интересно вам такой формат видео, чисто вот что я готовлю, какие-то, может быть, мини-болталки, обсуждения на эту тему?
пишите. Если интересно, буду дальше такое иногда снимать по настроению.